Так, ну и что? И где этот держатель для светильника, который мне так нужен сейчас? О, Mi Band. Нет, это не он. Ну, может быть, вот этот вот. Да, наверное, этот подойдет. Отлично. Привет! Так уж вышло, что сегодня будет очень коротенький ролик, потому как я себя не очень хорошо чувствую, немного приболел, но тем не менее решил запилить такой небольшой роличек. А все потому, что ко мне приехал вот такой вот графический планшет, ну точнее сейчас он пока в посылке еще, но тем не менее я сейчас вместе с вами его открою и посмотрю, что же там приехало. Я на самом деле заказывал его для своего сына, это графический планшет, чтобы он там на нем рисовал, от фирмы Xiaomi. Собственно, заказывал его на сайте AliExpress, так что давайте переместимся уже за мой стол и посмотрим, что там вообще приехало. В общем, вот так вот выглядит наш планшет. Заказывал я его в исполнении 13,5 дюймов. Есть еще версия поменьше 10-дюймовая. Сами габаритные размеры у него 318 на 225 мм при толщине 7 мм. Весит данный планшет 345 грамм. На обратной стороне коробки указаны технические характеристики данного планшета. Они все на китайском языке. Единственное, что здесь можно понять, это только размеры и вес. В общем, как-то так. Ну а на лицевой стороне изображено, собственно, наше устройство. Давайте его доставать, смотреть, что там, собственно, у нас такое приехало. В общем, вот таким вот образом выглядит сам планшет. Он, конечно, довольно большой. Здесь у нас инструкция по эксплуатации на китайском языке. Она, в принципе, тогда бесполезная для меня, по крайней мере. Ну и у нас получается в комплекте сам планшет и стилус для рисования. Также у нас здесь находится на нижнем торце слот для батарейки. Давайте посмотрим, что у нас здесь за батарейка. Здесь батарейка формата CR2025. Сам производитель у себя на сайте заявляет, что данной батареечки хватит на целый год использования. Ну что же, посмотрим. Из элементов управления, в принципе, здесь больше ничего нет, кроме вот этой вот кнопки. Кнопка вот эта вот у нас отвечает за стирание всего изображения. То есть вы что-то здесь нарисовали при помощи вот этого комплектного стилуса. И нажимая на эту кнопку, вы просто стираете все. Чтобы вдруг у вас, если какой-то шедевр получился, чтобы его, допустим, никто не смог стереть, здесь на планшете предусмотрен такой вот замочек, здесь такой рычаг стоит, вы можете его зафиксировать, и тогда никто не сотрет ваш шедевр. То есть сколько бы вы ни нажимали на эту кнопку, ничего с экрана не сотрется. Ну а так, по факту, вот таким вот образом выглядит сам планшет. Он, конечно, отсвечивает сейчас все светильники, которые есть у меня здесь вот в комнате, но тем не менее. То есть вы можете рисовать все, что угодно. Причем, если давить стилусом на экран сильнее, то у нас получаются более жирные линии. Вот, допустим, смотрите, я давлю и получаю жирную линию, и я просто вот веду обычную линию. Вот таким вот образом это происходит. Очень классно, удобно, мне кажется, вообще супер. То есть вы можете нарисовать какую-то фигуру, там, я не знаю, ну, прямоугольник, допустим, и закрасить с помощью более сильного нажатия, закрасить вот эту вот верхнюю поверхность намного быстрее получается. Ну вот как-то так, вот такой вот кирпичик, собственно, получился. Ну а так, в целом, наверное, это удобная штука, как для ребенка. Кстати, может быть, какие-то заметки, допустим, на нем делать. То есть, если у вас какой-то есть план действий, там, номер один, там, я там сделал то-то, то-то, там, номер два. Я там сделал то-то, то-то. Да, то есть, ну, тоже прикольно, в принципе, даже для взрослых, не только для детей, хотя он, в принципе, позиционируется на сайте как планшет для детей, планшет для рисования и планшет для обучения письму. Также в данном планшете можно в легкую сыграть партиечку в крестики-нолики, да, наверное, знаете все такую игру, это, в принципе, игра такая. Можно, в принципе, научить вашего ребенка в нее играть и самому с ним в этом деле развлекаться. В общем, как-то так, и все. Сам планшет классный, да, мне вот он понравился, он хорошо лежит в руках, то есть приятно так. Такой матовый пластик здесь, ABS, как я уже говорил.
И, что характерно, в этом стилусе еще встроен магнитик такой небольшой. То есть вы можете вот так вот примагничивать сам планшет, вот эту ручку к планшету. И она у вас не потеряется. Магнит здесь, конечно, стоит не такой уж и мощный, но, тем не менее, в принципе, нормально так она держится, она никуда не денется, и это хорошо. А так, в принципе, очень удобная штука. Можно, говорю, реально какие-то схемы рисовать, что-то объяснять, там, да, блок-схема, там, какие-то графики, там, да, нет, не знаю, там. И там идут у нас там какие-то еще действия. Но для рисования это также тоже классная штукенция. Вот нарисовали вы дом, я прям художник-то еще тот. Вот здесь у нас дверь, окно круглое почему-то. Ну, в принципе, штука прикольная, стоит недорого. 10-дюймовый планшет там около 1200 рублей стоит. А вот этот вот 13,5 стоит 1600 рублей. Мне кажется, очень даже классная штука для развития вашего ребенка. Ну что ж, друзья, посмотрели с вами прекрасный планшет, графический планшет от компании Xiaomi. Прикольная штука, мне она очень понравилась, надеюсь, понравится и моему сыну. Сейчас он придет с прогулки, я ему ее вручу, и он, собственно, будет уже заниматься рисованием именно на таком планшете. В общем, где заказывал, я ссылки оставлю в описании. Может быть, кто-то из вас захочет такую штуку заказать своему ребенку. Тем более, что скоро Новый год, и кто-то, может быть, не откажется от такого прекрасного подарка. В общем, на сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Всем всего хорошего и до новых встреч. Всем пока!